Садоводы – люди предусмотрительные. На утиль отправляют только стекло и пластик. А пищевые отходы часто используют как удобрение для грядок. Мусорный вопрос всегда стоит в повестке обсуждения правительств. И федеральных, и региональных. Андрей Воробьев поручил создать в регионе стандарты по уборке мусора на территориях СНТ. Он рассказал, что за последние 6 месяцев от жителей области поступило 336 тысяч жалоб и предложений по этому поводу. Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие. Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора – это что-то не соответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание. В садовых товариществах региона уже установили 97 тысяч контейнеров для мусора. Порядок навели в многоквартирных домах, в городах и коттеджных поселках. Эта работа не останавливается. На еженедельном совещании с правительством Московской области и главами округов губернатор поручил проинформировать председателей СНТ об обязанности заключения договоров с региональным оператором и о мерах ответственности за незаконное обращение с отходами. На территории садоводства и за ее пределами запрещено организовывать свалки. Для нарушителей предусмотрены следующие штрафы. Для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей и 100-250 тысяч для юридических лиц. Мусорный вопрос обсудили и на еженедельном совещании в администрации Одинцовского округа. С территории СНТ ежегодно вывозят свыше 38 тысяч кубометров мусора. Глава округа Андрей Иванов поручил в течение 2 недель провести встречи с представителями СНТ, чтобы реализация вывоза составляла более 50%. Для всех, кто не понимает философию и считает, что такой незаконный сброс мусора может быть на нашей территории, мы по всем этим руководителям и, соответственно, самим организациям будем информацию отправлять в правоохранительные органы, в ОВД и дублировать в прокуратуру. Об этом тоже вчера нам было коллегами из правоохранительных блока разнесено. С докладом на совещании выступил заместитель главы администрации Михаил Каратаев. Он отметил, что сегодня в муниципалитете 630 садово-некоммерческих товариществ. Все собственники обязаны заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором. Проблематика вывоза ТКО с территории СНТ касается не только Одинцовского округа, но и всей Московской области. И в Московской области на сегодняшний день принято решение о перезаключении фактовых договоров на нормативные договора. Сейчас в течение этого месяца будет принято решение на уровне законодательства, и внесение изменений в действующее законодательство приведет к тому, что всем СНТ будет необходимо заключить договор по нормативу. Власть будет реагировать жестко. Если выявят СНТ с фиктивными договорами, то информацию направят в полицию. Также на заседании отметили, что предстоит заменить контейнеры старого образца на новые. Так или иначе, администрация округа держит вопрос на контроле. А значит, в итоге стандарты по уборке мусора на территории СНТ будут работать. Елена Краева, Алтынай Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».